В областной научной библиотеке прошла очередная встреча, посвященная истории и культуре малых народов, живущих на территории Сибири. Приобщение молодежи к национальным истокам и языку, а также обучение переводчиков – одно из основных направлений работы центра «Арчилан». Вообще проект очень важный в рамках переводческого аспекта, да, и в связи с тем, что глобализация действует на многие жизни всего человечества, да, то именно крупные народы поглощают малые народы. И в связи с этим происходит такой момент, как исчезновение языков коренных народов, например, Сибири. Да. Такой проект, как «Арчилан», он помогает сохранить национальный язык. В этот раз центр провел конкурс, в основе которого лежит детальное изучение традиционных орнаментов тюркско-монгольских народов, проживающих на территории Сибири. В конкурсе принимают участие все желающие. В культуре скифов олень на своих рогах считается, что он несет свет, несет солнце, и вот это от запада именно на восток. И сегодня как раз мы собрались для того, чтобы провести один из этапов конкурса, который у нас в рамках проекта проходит. Мы задумали там два конкурса. Один называется «Рисуем эпос». То есть мы хотим, чтобы участники конкурса по мотивам эпоса нарисовали свои изображения в каких-то современных жанрах. Перед проведением конкурса участники прошли мастер-класс, на котором специалист рассказал о различных символах и значениях традиционного алтайского орнамента. В этом году мы привлекли старшеклассников, они тоже принимают участие. Но в целом все, кому интересно изобразительное искусство и культура коренных народов Сибири. Я скажу больше, мы активно используем нейросеть в своей работе, и вот этот конкурс как раз не только для тех, кто умеет в руке держать кисть или карандаш, а для тех, кто может правильно сформулировать задачу для нейросети и сгенерировать вот такое изображение на основе эпоса. Завершение проекта пройдет на Алтае в начале июля. В настоящее время центр получил работы экспертов из Хакасии, Алтая, Якутии, Тыва и Бурятии. Результатом должен стать сборник переводов национальных авторов Сибири на русском языке.